Лабиринт.ру на конкурс «Дети читают стихи». Таранов Никита Сергеевич, 12 лет, школа номер 129, 5 Б, Волгоград. Константин Симонов. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне для ребенка нет. Отец был ранен и разбита пушка. Привязанный к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, думаю, прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которым я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земли. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят у мальчишки он. За 39 земель в горах Урала твой мальчик спит, испытанный судьбой. Я верю, что во что бы то ни стало, в конце концов, увидимся с тобой. А если нет, когда наступит дата, ему, как мне, идти в такие дни, вслед за отцом, по праву, как солдата. Прощаясь с ним, меня ты помяни.